Здравствуйте! В этом уроке посмотрим, как заполнять прайс-куран, чтобы клиент мог ознакомиться с нашими товарами и услугами и их стоимостью. Для этого переходим в пункт меню расширения и подключим этот модуль. Находим модуль товары и услуги, что нам позволит в дальнейшем их заполнять. Можем здесь ознакомиться с модулем и нажимаем кнопку «Подключить». Все, модуль у нас подключен. Данный модуль входит в стоимость тарифа. А у нас появился пункт меню «Товары и услуги» в боковом меню. Переходим к нему. Нажимаем кнопку «Создать категорию». Сначала создаем категорию. Также можно создавать многоуровневый прайс, добавляя подкатегории. И добавляем наш первый товар. Нажимаем кнопку «Добавить», пишем название товара, его описание. Выбираем, в каком будет находиться категории, либо подкатегории. И указываем стоимость данного товара. Можно также указать акционную стоимость, тогда в прайсе он будет отображаться, что стоимость, например, 100 рублей зачеркнута, и будет указываться, например, стоимость 80, чтобы клиент видел, что это на этот товар действует акция. Можно добавить различные варианты. Например, если мы продаем, это магазин одежды, продаем одежду, то здесь можно указывать в качестве вариантов, можно указывать размеры. И, соответственно, каждому варианту можно указывать свою стоимость. В качестве варианта может быть что угодно, это может быть размер, либо какая-то вариация, другая вариация товара. И загружаем фотографию товара. Так как у нас это обувь, то укажем здесь размер обуви. После загрузки фотографии сохраняем данный товар. Вот у нас появился первый товар в прайсе. Теперь эти товары отображаются в карточке компании. Переходим в мобильном приложении клиента, переходим в карточку компании, и у нас здесь появился пункт меню «Прайс», и у нас уже здесь появились товары. Также эти товары отображаются на сайте UDS. Посмотрим на это чуть позже. Здесь можно скрыть товар, нажав соответствующую кнопку. Можем добавить количество товаров, потом, чтобы клиент видел о том, что данная партия ограничена, и в прайсе он также это заметит. Либо можно удалить этот товар. Как я уже и говорил о том, что товары также отображаются на сайте, на платформе UDS. То есть у каждой компании автоматически генерируется сайт, адрес его можно изменить, нажав соответствующую кнопку. То есть у каждой компании есть сайт, и там также отображаются товары. В следующих видео мы расскажем о том, как сделать из этого прайса, сделать интернет-магазин, чтобы клиент мог в том числе и заказать эти товары. Кстати, из этой ссылки можно сделать QR-код. То есть по этой ссылке можно сгенерировать QR-код, и тогда ваши товары и услуги могут стать электронным меню. Например, для ресторана можно QR-коды размещать в заведении в качестве электронного меню. Также можно изменить название в приложении, как будет отображаться этот раздел. Ну, например, для ресторанов товары и услуги будут называться, например, меню. А для магазинов, например, может называться каталог. И тем самым в приложении, в мобильном приложении, также вот это название, прайс, изменится на указанное вами название в настройках. На этом по товарам все. Спасибо.